Свою позицию по формированию бюджета на 2019 год высказали представители партии «Единая Россия». По мнению секретаря Генерального совета партии Андрея Турчака, граждане должны иметь возможность влиять на формирование как федерального бюджета, так и региональных и местных бюджетов. Соответственно, депутатам от «Единой России» всех уровней предложено идти в народ, к своим избирателям и предметно обсуждать бюджетные планы. Также он отметил, что для «Единой России» основными ориентирами в бюджетном процессе остаются наказы избирателей и указ президента. Скидка за раздельный мусор. Член фракции ЛДПР Дмитрий Савельев поддержал инициативу Минстроя о скидках на жилищно-коммунальные услуги за раздельный сбор отходов, благодаря чему Министерство строительства предлагает сэкономить до 50% на вывозе мусора. К тому же это один из оптимальных способов решить постоянно усугубляющуюся проблему экологии, отметил Дмитрий Савельев. А дополнительное стимулирование в виде материальной заинтересованности граждан в сортировке отходов обеспечит максимальную вовлеченность жильцов в процесс раздельного сбора мусора в кратчайшие сроки, уверен депутат Государственной Думы.